хочется лезть в грязь. Всем привет, всем привет! В этот воскресный день мы решили погонять на нашем УАЗе Патриот с автоматом 2019 года выпуска. Приятной поездки. О, смотри, какая красотка! Какая красотка, ты офигел? О, это УАЗик, УАЗик Патриот. Точно красотка! Прикольно. Ну-ка, отпусти окошечко, поговорим с ней. Привет, погоняемся? Погоняемся. Копы? А мы сейчас направо перед ними уйдем. Поехали? Давай вперед, мы за тобой. Наоборот только получится. Ну что, защитная маска нас спасает при общении с людьми в этот карантинный день. Сейчас у нас впереди копы и зелененький светофор загорелся. Погнали. Как классно ездить с личным водителем, особенно прекрасно женского пола. Уф. Так, ну что, где там эта телочка? Сейчас телочка едет за нами, сейчас мы погоняемся с ней. Мы едем на трек по бездорожью, надеюсь, там у нас не возникнет проблем, чтобы на него заехать, и погоняемся. Опачки, а вот и она. Опачки, она идет на обгон. Нифига себе. Какая крутая. Ну-ка, давай за ней газ в пол. Давай, догоняем. Догоняем. Ну что, у нас сегодня, наверное, уже 17-й день самоизоляции. Мы самоизолируемся в машине. У меня водитель, девочка прекрасная, и здесь девочка водитель. Ух ты, ну ее погнали. Едем на трек. Она нас преследует. Все-таки увязалась за нами. Встает. Чем-то мы ее зацепили. Решили погоняться. И мы тут немножко притормозили на трассе. Я хочу вам показать УАЗик, с которым мы будем сейчас соревноваться. Сначала мы прокатимся по асфальту. Ух ты, какой водитель! Привет! Познакомимся. Миша. Короче, сейчас мы немножко прокатимся. Финиш у нас будет, это железнодорожный переезд. Вот надо его переехать. Кто первый переедет, тот победил. Ну и потом дальше поедем на бездорожье. Скажи, что у меня механика, там все дела. То... Как? У тебя механика? Конечно. Ух ты! У нас один УАЗик на механике, оказывается. Все, готовимся к старту. Так, ну что, на старт. Давай вперед. 3, 2, 1. Поехали. Газуй, газуй, газуй. Ты чё? Она нас обгоняет. Давай, давай, давай. Давай, газуй. Да газуй, газуй, газуй. Газуй, ну что, УАЗик на автомате, уже до 90 разогнались. Наш УАЗик на механике нам проигрывает. И мы финишируем на железной дороге. Красота. Ух ты, ничего ты как быстро ездишь. Нельзя так быстро ездить. Все, давай, перестраивайся и поехали дальше. Дождь, солнце. Вот еще один вас на обочине стоит, ждет. Давай его тоже возьмем. Мы его позовем, если застрянем.
братишка. Вот и дождь прошел. Ох, ребятки, мы съехали с асфальта. Здесь немножко потрясывает. Сейчас проберемся до трека. Посмотрим, что там за трек. Мы там еще ни разу не были. И попробуем позагоняться на двух УАЗиках. Этот УАЗик зацепился за нами, не хочет отставать. Чем-то мы его зацепили, зацепили. Это ты красиво сегодня. А, я красиво такой, да. Мы водителя зацепили, все понятно. Так, вот у нас впереди что? Ох, какая каша. Так. Что, как ехать? Ну, как едешь, так и едешь. Что я тебе могу сказать? Аккуратненько, не спеша. Ну и как бы раз, и туда, и все, только не тормози лужу. Лужу не тормози. Нет, не тормози лужу. Ты ехать-то будешь? Буду, буду, не еду. Чего еле-еле-то скребешься? Здесь же твердый грунт, просто скопление воды небольшое. Ну что, смотрим, что у нас там у вас на механике. Чистенький был УАЗик на механике. Сейчас он уже стал грязненький. УАЗик на механике. Ох, смотрите, какая красота, какой лог. С березками, красота. Кто-то здесь живет, кстати, смотри. Территория-то супер огороженная. А что это мы по луже-то не едем? Что это мы объезжаем-то все? Вот такая вот горочка неплохая. Заезжаем. Вот нарушители самоизоляции идут, гуляют. Да, здесь можно гулять, здесь круто. Ну, я думаю, что здесь все дороги ведут в одно место. Ну, куда? Вот едь, куда ехать? Едешь же, дорога. Ты едешь. Главное не перевернуться. Застрять. У нас есть второй УАЗик, я смотрю, там пристроился, если что, он нас вытащит. Ух, 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 потрясает. Как вам водитель? Оцениваем, ставим лайки, комментируем. Как вам второй водитель? Ставим лайки, комментируем. Вот, там даже на берегу еще снег лежит, так прикольно. Что у нас? Сезон клещей начался, у нас уже в Тюмени клещи атакуют людей. Поэтому нужно быть аккуратнее. Давай туда погоним. Аккуратненько штанишки. Заправляем носочки, чтобы никто никуда не забрался. Ну и потом придется осматривать друг друга. Это самое интересное. Самое интересное? Ну, блин, прикольное место. И находится-то прям возле города. Кто же знал, что здесь так классно. Сейчас посмотрим, что нас ждет еще, конечно, впереди. Вон там даже как-то цивилизованно, все огорожено. Так, как здесь? Вот, вот так вот попробую пробраться аккуратненько нам. Пока-то просто надо туда проехать. И главное, не тормози сейчас, а то застрянешь уже. Все, встали. Включаем полный привод. Давай. Опачки, теперь ждем, пока загорится у нас 4H. Полный привод включен, погнали потихонечку. Вперед? Да. Давай назад чуть-чуть. Стоп. Все, теперь вперед. Красота. Сейчас ждем УАЗик на механике. Проедь чуть вперед, чтобы не мешаться нам. Как интересно. Все, застряло, что ли?
А девушка, вы полный привод включили? Как не включили? Я сейчас обрызгаю тебя. Давайте на полный привод. А, это ты на полном приводе уже? Давай, попробуем. Давай, погнали. Чуть-чуть назад. Во. Задом выезжай тогда. Давай, давай, погнали. Не, я не буду трос доставать. Если долго мучиться, все-таки получится. Ты зачем сюда-то пытаешься? Ты едь по колее, как ехала. Не надо колеса сюда выкручивать. Колеса сделай прямо. Все, вот, все, газуй. Вот сюда и все. Давай, 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 давай. Ну вот. Оказывается, не хватало одного маленького совета. Погнали, прокатимся просто по треку, посмотрим, как он у нас. И будем стартовать. Ну что, готово? Да. Поехали. Давай сначала разведаем весь трек, потом будем гонять на время. Я думаю, кто-то из нас должен сегодня уехать без грязный. УАЗика. Нет, давайте без УАЗика. Давай, давай, погнали, погнали, смотри, какая красота. Вообще бомба. Ой, ой, ты самую лужу-то. О, смотри-ка, что творит уже, а? Обгоняет она нас тут. Вот здесь вот вообще, вот если есть два УАЗика, то они обязательно могут столкнуться. Поэтому очень аккуратно надо сегодня ездить. Когда девочки особенно за рулем, это очень небезопасно. Так, ну вот здесь есть небольшое водное препятствие. Все, съезжаем направо. Так, я предлагаю поехать вот сейчас по-чистенькому направо, проехаться полностью по треку, а потом уже будем преодолевать вот эту такую интересную лужу со всего разгона. Ага. Хозяйка-то согласна, что потом увозит? Она уже его в грязи извозюкала. Все нормально, помоет. Так, давай вот через горочку, вот горочка, видишь, какая интересная. Стоп. Проезжай вот туда. Что, ребятки, это у нас летняя резина, там у нас установлена зимняя резина. Можно я к вам присяду, мадам? Посмотрим, как вы тут дергаете эту ручку. Давай сейчас обгоняю ее. Где? Я не знаю. Придумай, где ее обогнать. Мы не перевернемся? У меня страх детства, если честно. Нет, это все не вперед. Пускай она вперед проедет. Мне кажется, это трасса для более... Подъедь поближе, я хотя бы выйду. Что, мне светлый проект? Подожди, а, там ров какой-то. Все понятно, давай назад. Или сейчас я посмотрю сначала, подождите немножко. Сейчас. Че, поехали потихоньку? Поехали? Посмотрим, как УАЗик может перевернуться. Или не может перевернуться.
Смотрите, как классно. Отсюда-то вообще страшно смотрится. Что-то Маша приуныла. Поехали! Чуть не улетел. Ох, какая классная погодка, а! Погодка бомба. Поехали направо. Справа для девочек это там? Да, это там. По луже или по сухому? Не-не, сейчас пока едем по сухому, а то засадим раньше времени, неинтересно будет. Потом уже будем водные препятствия преодолевать. Ну, бочком, я скажу, очень страшно вообще очко. Ой, просто. Как мне страшно мне было, казалось, когда ты мимо проезжала меня. Пипец. Так, смотри, вот здесь немножко грязи, и смотри, какой подъемчик шикарнейший. Как поэтому я? Не тормози, самое главное. Не тормози, самое главное. Да. Ну, мы на 4. Ну, на 4, значит, на 4. Нормально. Заезжаем. Что прекрасно, коробочка автомат преодолевает подъемчики. Давай я выйду, сейчас сниму, как механика поедет. Отъедь немножко вперед. Прекрасно же едет, прекрасно. Смотрите, какие два красавца. Один 2018 года на механике. Второй у нас 2019 года на автомате. Ах, какие девчонки-то сладкие сидят, а. Ладно, едем дальше. Вон там еще тачка какая-то едет. Погнали. Ой, погнали. Ну да, у девочек бывает. Погнали. Митсубиси едет. Давай по треку. Куда ты поехала-то? Правее. Ну не, давай левее вот здесь. Стоп, да, вот сюда поехали. Оп. Опа. Оп, молодец какая. Прям вообще умничка. Так, сзади у нас едет еще. За нами механика. Не знаю, где она там застряла. Давай заезжай на борт. Поехали. Я уже поснимал, поехали. О, с нами еще кто-то будет сейчас гоняться. Или нет? Да, этот кто-то сейчас увидит, что у нас две девочки за рулем и прям присоединится с удовольствием. Так. Какое место интересное. Надо определить участок, где мы будем гоняться. Сейчас определим. Где будем гоняться, будем засекать время. Ну, здесь трасса большая. Ух ты! Давай так, вот туда приехали. Налево. Пока купаться мы не будем. Едем налево потихонечку. Заезжаем на бугорчик. Не спешим. Ух, какая красота.
Ой, мы ушли с трассы с основной. Нам бы вот туда направо, 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 направо. Почему? Вот направо, почему? Говорю! И вот сюда, вот направо, на трассу. Ну а как с такими водителями можно? А, мы объезжали лужу. Ну конечно, я же говорю, нам на трассу вернуться. Ух ты, какой здесь заливчик-то прекрасный. И сколько здесь интересных дорожечек. Меня стукать не нужно. Ее тоже на газу? Да, этот УАЗик тоже у нас на газу. Я вам, кстати, скоро расскажу, в чем отличие установки газового оборудования между этими двумя УАЗиками, которые оба используют газовое оборудование. Причем одинаково газовое оборудование, но установлено оно по-разному. И вы мне дадите свою оценочку, что правильное, что неправильно. Так. Ну что, я предлагаю заехать вот на эту горку. Это у нас будет стартом и финишем. А, и стартом, и финишем? Да, и старт, а, и финиш. А, то есть ты предлагаешь вообще полностью? Да, да. Весь... Сейчас я с каждым из вас поеду здесь в машине. Так, а как? Давай, давай, вот сюда. Заехать? Вот сюда и вот по бочкам. Давай, самое интересное впереди. Вот здесь бочком? Да, 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 давай, долго думать не надо. Ну, заедь вот повыше, вот здесь не так страшно. Что ты так боишься-то? Блин, вообще страшно. Давай вниз съезжай и на горку вот туда заезжай. Давай, 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 давай. И вот этот, аккуратно только вот здесь заезжай. Я не хочу здесь оставить бампер. Ребятки, ну все, мы заехали на самый интересный трек. Сейчас у нас два УАЗика, два водителя. С каждым из них я еду вместе и буду в роли путеводителя показывать, куда ехать. Ну, соответственно, кто побеждает, тот уезжает со мной. Как вам приз? Ты наш приз? Да. Круто. Катя, я сдаюсь. И все? А, сдаешься? Не-не-не-не, так неинтересно. Так я не играю, это такое прекрасное место. Давайте, камень, ножницы, бумага, кто первый едет у нас? Раз, два, три. А что вы так быстро? Ну вот, да. Ну, ладно, давай. Погнали! Еще. Давай, давай до трех побед. Давай. 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 Раз, раз, два, три. Один-один. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Давайте это еще решающий. Раз. Раз. Почему? У нас 1-1 был. 1-1, ну вот третий решающий. 2-1, победа, все. До трех, да, побед я хотел, ну ладно. Раз, два, три. Я победила. Поехали! Короче, сейчас мы едем на автомате по этой трассе. А, кстати, Маша, ты засекешь время, чтобы было все у нас по-честному? Ты на своем секундомере откуда сейчас засекаешь мы время. Так мы едем такой же круг, ты стоишь здесь, ждешь. Я так в туалет хочу. А потом время отсекаешь здесь же, когда мы заедем сюда. Договорились? Готово? Готово. Давайте. Сейчас, подожди. Стой. А, газуй уже, поехали, время нет, идет. Подожди. Поехали! Нет, уже нет, идет! Уже 5 секунд! Поехали! Быстрее, 5 секунд прошло уже! Куда ехать? Прямо! Опа. Прямо! Давай, не тормози! Мы меня все-таки разыгрываем! Давай быстро! Она 5 секунд специально. И что? Так не надо! Она да хочет ты, тебя выиграть. Ты так же, меня так же сделаешь, так же сделаешь. Все, погнали! Только тормозить не забывай! И пристегни ремень безопасности. Давай туда так же, как ехали. Так а что, купаться не будем? Не будем мы сейчас купаться. Купаться мы будем потом в другой луже. Да, давай, той, давай, да, ну конечно. Которую объезжать не будем. Да, 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 давай, поехали. Газуй, 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 газуй. Напоминаю, мы едем на автомобиле у вас под Рио 2019 года выпуска. На автомате, на полном приводе. Сейчас мы газуем. Здесь как хочешь, так и едь. Что я тебе могу сказать? О, класс какой. Давай, давай, давай. Налево, 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 налево. Налево.
стой, налево, вот сюда прям налево, да-да-да-да-да. А то сейчас застрянем, у нас время главное, а не сложность трассы. Время. Я не хочу тебя ни с кем делить, дарить. Давай аккуратнее, сейчас вот здесь вот будет. Да, вот здесь аккуратненько, мне не надо машинку там портить. Оп, оп, все, поехали дальше. Ох, как шумит наш двигатель-то, а. Давай, поехали. Ну что ты здесь-то, что тормози? Ты же все нормально, так же. Давай. Все, бери левее. Да. Молодец, давай. Газуй. Так, стой, вот сюда. Почему? Вот сюда, я сказал. Хочется покупаться. Не буду я с тобой сейчас купаться. Сейчас мы застрянем, и ты меня просрешь сразу же. Купаться она захотела. Давай направо. Вот прям здесь. Да. Аккуратненько только. Очень тебя прошу. Ой, молодец. Да, поехали дальше. Все, мы вернулись на трассу, объехали лужицу. Так, мы вниз едем. Ты что так разогналась-то? Страшно же ведь. Водитель. Так, вот здесь аккуратно, пожалуйста, не надо. Быстро. Давай, уже почти приехали. Время, очень важно. Газуй ты, не тереби ты руль-то. Едь прямо, да и все. Так, здесь налево. Не дерибонькая руль. Вот, все, давай. Нормально едем. Прям вообще круто едем. Вот уже финиш впереди, перед глазами. Опачки, давай. Только вот здесь аккуратно, пожалуйста. Вот сюда налево, аккуратно. Опа. Оп, молодец. Давай на крышу. Время 3:26:93. Так, все, мы сразу же в один кадр пересаживаемся в автомобиль. Следующий. Заводи. Погнали. Там срезали, наверное. Где-то. Время, засекай, что ты? Да нет, я засекаю. Нет, не ты засекаешь. Начать, давай, время. Ну что? Ну, у меня шея. Подожди, где секундомер? Все, не надо. Короче, ладно, я засекла на своем. Все, поехали. Ну вот, у тебя есть преимущество несколько секунд. Блин. Вот сюда, прямо. Че ты? Ох, эти женщины. Специалисты по вождению. Давай. Ты только говори, куда поворачивать, ладно? Блин, я же хотела пытаться, че ты? Давай, газуй, ты что делаешь-то? Меня же разыгрывает, ты че? Как ехали, точно так ну, же ты сейчас. Думаешь, я помню, как вот сюда, да. Я не знаю, как домой добраться. Газуй. Все, и наверху туда так. Раз, сразу же. С разбегу. Ой, только меня в грязь не надо. Пожалуйста. Да, но заблокировалось у тебя. Не закрывается, это же УАЗик. Во. Давай, газуй. Дальше куда? Все по треку здесь. Я тут в некоторых местах. Вот сюда сразу же. Вот сюда. Налево. Да. Давай. Газ в пол. Ты на какой скорости едешь? На второй. А, у тебя механика. Вот здесь аккуратно, пожалуйста. Здесь не надо сильно. Вот так вот. Пожалуйста. Я пристегнут. Так, минута. Давай. Нифига себе. Что это мы быстро едем? Давай. Оп. Вот здесь левее бери. Ай. Опять забыла, где лево. Ну, конечно, я же девушкам не положено. Положено не знать. Вот сюда. Дуга, пожалуйста, аккуратно, да. Окей. Да, вон Катя у нас стоит уже на финише, ждет свою победу. Свой приз ждет, меня ждет. Давай вот сюда, справа. Направо. Ну, как хочешь уже. Теперь уже на трассу выехать обратно. Здесь уже не выехать. Здесь высоко, надо вот туда. Да. Как? Направо.
Вот сюда, направо, 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 прям направо, прям направо. Да мы там же тоже можем. Не можем. Ты, короче, давай. Я поняла. Давай. Тебя. Ты не хочешь, чтобы я выиграла, вот и все. Давай, я хочу честной борьбы. И все. Ты кондиционер-то зачем включила? Блин, он был включен. Я этой тачке лакею полчаса всего, вы мне привезли сюда. И что? И пытаетесь меня. И что? Что жаловаться-то? Можно я домой поеду? Нет, нельзя. Меня мама дома ждет. Не, ты стой, тормози, здесь яма большая. Ну что ж я делаю? Ой, ой, я ой. Я не знаю, какое там видео. Давай, будет. Давай, так у меня тут стабилизация у камеры, все нормально. Бомба видео будет. 1000 лайков наберем за 3 часа. Газуй, 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 газуй. Да газую на все. Ну что, финиш уже почти, почти, почти. Самое интересное место. Ой, да, блин. Страшно же. Катя, уходи. Уходи в сторону, ты чего? Собьет же. Все, стоп. Ну 3.25. Все, мой подарочек. Почему у меня 3.25, а у вас да. 3.30? Мой подарочек переходит к другой войне. В смысле? Как? У тебя 3.30 как? Время было, я но. Видел. А у меня 3.26. Катя на 3.26, мое 3.25. Все. Поехали. Ты ничей, мы делим тебя пополам. Почему? Почему? Нет, все, мой. Ладно, ладно, едем. Отпускаю тебя домой. Едем, короче, на самое интересное препятствие. Лужа! Вот эта лужа. Сейчас мы я ее даже, будем я потуда не... по очереди преодолевать ее. Тот, кто застрянет, тот будет вытаскивать. Тот, нормально? Кто застрянет, тот будет вытаскивать? Да. Тогда я не поеду. Ну, в смысле, выйдет по колено нет, в воду, нет, чтобы зацеплять трос. Нет, можно я не поеду? Нет. Я не поеду. Ну что, ребятки, я приготовил для вас еще одно крутое испытание. Для вас, меня, этих красавиц. А, для красавцев, красавцев УАЗиков, открытие капота на время. Это будет очень смешно, потому что они до этого эти капоты еще не открывали. Ржем. 3, 2, 1. Открываем. Короче, самое главное, быстро еще найти, где его. Миш, посмотри, там что-то. Потом посмотрим. О! Иди посмотри, там что-то отпало. Почини, пожалуйста. Так, быстренько глянем, что... Угу. Я так тут... Не переживай, это нормально все, это у вас... Это нормально. Да, это все нормально. Ну все, давайте я вам расскажу, в чем же отличие между этими УАЗиками. Один УАЗик у нас на механике 2018 года выпуска, на котором установлен газ. Точно такое же оборудование, как и на втором УАЗике 2019 года выпуска на автомате. Но схема установки немножко отличается. То есть мы видим, что фильтр у нас вот там на стеночке установлен. А вот этот блок, я не знаю, как он там называется, он здесь установлен. Ну, как бы схема подключения у нас вот как бы как-то так сделана. УАЗа на автомате, схема подключения немножко другая. Я уже рассказывал в другом видео, как это все сделано. Кому интересно, могут посмотреть. То есть вот эта лабуда стоит здесь возле аккумулятора. Фильтрочек здесь сразу же идет. Ну и вот эти вот форсуночки, не знаю, как они там правильно. То есть все в одном месте компактно установлено. Вот такие вот красавцы. Автомат у нас еще на зимней резине, на штатной. Можно сказать, то есть это родные диски, которые у нас были в комплектации статус. А это родные диски и, кстати, родная камовская резина, которая была куплена с этим автомобилем. Она у нас откаталась, получается, уже полтора года. Вот. Ну и для тех, кто в танке, хочу вам напомнить, что эти оба УАЗа мои, мои два прекрасных водителя. Если вы хотите арендовать УАЗ с водителем в Тюмени, обращаемся, контакты будут в описании. Выбираем УАЗ, выбираем водителя и катаемся с удовольствием. Сейчас нас ждет еще небольшое водное препятствие и погоним. Погоним по домам. На этом сегодня все. Если вам нравится формат таких роликов, не забываем ставить лайки и комментировать. Еще хотел бы косячок такой показать. УАЗика, который у меня 19-го года. Здесь вот 18-й год. Резинка целая. Смотрим. УАЗик 19-го года. У нас резинка
Опачки, уже просит кушать. Совсем несколько месяцев прошло, и резинка у нас сдохла на обеих дверях. Ситуация одинаково печально выглядит. Что еще из проблем, которые у нас у этих УАЗиков? Ну, есть вот такая проблема, это опять же мой водитель въехал в ледовую преграду и оторвал просто эту крышку. Здесь у нас установлены газовые баллоны. Сейчас мы пока катались на обоих УАЗиках, у нас ничего не задело. Нигде мы ничего не шоркнули. Ну вот здесь вот только грязь от лужи, которую мы собрали. И все, в принципе. Погнали? Ну что, преодолеваем водное препятствие на УАЗ Патриот. Первый у нас идет автомат на полном приводе. Ебать, колотить. Я извиняюсь за свой французский. Что, застряло, что ли? Ну, что будем делать? Едь назад! Назад едь! Вперед! Вперед! Как прекрасно едет! Давай, давай, давай! Еще, еще, еще! Еще газуй! Вперед едь! Стой, вперед едь! Едь вперед! Вперед едь! Вперед едь! Да быстрее давай! Ну ты чё? Пик, пик, пик! Страшно, блин, что ли, вообще стало? Капец! Я думала, всё, всё! Ну так всё, а всё! Ни у одного нет резиновых сапог! Как не хочется лезть в грязь! Ну что, как вам такой эксперимент с УАЗом Патриотом? На автомате! Сейчас ждем, рискнет ли у нас механика. Давай, давай, поехали, поехали! Вообще не задумываясь. Охренеть! И я вам напомню, что это обычная летняя резина. Здесь нет ничего такого сверхъестественного, да. Развела волну. Ну что я тебе могу сказать? Пытайся. Пытайся выехать. Колеса-то вот сюда едь на меня. Ну что, давай газуй! Да, ребятки, автомат был повеселее. Что-то механика совсем не хочет. Ты рулем туда-сюда делай! Ha ha.
Ребятки, смотрим и комментируем. Комментируем. Не забываем уже внизу писать комментарии, как вам такое мучение для моих девчонок. Ах, красота. Ну давай, почти уже. Накатала себе тропинку, газуй. Давай, 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 давай. Ну ты чё? Кто-то буксует, а кто-то наблюдает. Классно. Ну давай еще. Нет? Еще чуть-чуть осталось. Ты все уже себе накатала колею. Я отремонтирую тебе, не переживай. Это же УАЗик. Ну еще чуть-чуть осталось. Резина такая у нас, вся забитая грязью, во! Ну еще чуть-чуть-то. А если 4L поставить, или что это значит? Да хрен его знает, никто же не пробовал еще. Ну вон Маша что-то решила сделать, выйти, наверное. В грязи покупаться. Нет? Пусть она поставит. Давай, поехали! Поехали! Давай, 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 давай. А, молодец какая. Давай еще чуть-чуть. Ну что, Маша, как тебе? Было страшно? Я думаю, у меня стекла сломались. Конечно, было страшно. Мне было очень страшно. Я думала, надо вызывать спасателей. Еще у меня загорелось. Вот здесь ей было страшно, вот, что она останется здесь, ой, а мы уедем домой. Да, да. Мы-то проехали. Ну, так-то я с подарком должна была уехать. Ну не смогла выехать из лужи, что теперь сделать? Из-за этого подарок был украден. Подарок остается на месте. Ребятки, ну что, я решил испытать себя, свои нервы и прокатиться по этой луже. Погнали. Вот как надо было. Ребятки, как вам понравилось видео? Ставим лайки, комментируем. Погнали, пока-пока! А окошко-то кто-то не закрыл.
что, ребятки, это была механика, я заглох! Я забыл, как ей пользоваться. Как вам? Что интереснее, механика или автомат? Пишем комментарии. Погнали. Пока-пока. О, крузак херачит. Красавчик. Подожди, посмотрим за ним сначала. Во, крузак погнал, красавчик. Сейчас мы за ним рванем. Мне вот так лучше поехать? Вот как стоишь, так и едь. Просто газ не отпускай, самое главное. Все, педаль в пол и погнали. В пол прям. Молодец. Газуй. Не отпускай педаль газа, не отпускай. Газуй. Давай, коробка, автомат, молодец. Все? Да, приехали? Да, приехали. Давай назад чуть-чуть. Стоп, все, вперед. Нет, села. Давай еще назад. Стоп, давай вперед. Право руль. Газуй. У нас уже зрители появились тут. Аншлаг. Понравилось? Меня размазало по стенке. Все, едь давай, я лучше пешком прогуляюсь. Давай, цепляйся. Не, я все, я пешком прогуляюсь. Ну его нафиг. Зацепился, я размазал меня по стеночке. Нет. Все, пока. Прокачу. Прокатишь? Да. Страшно? Да. Сейчас уже нет. Второй раз уже не страшно. Погнали, прокатимся, красотка. Она сломалась. Кто? Не закрывается? Ю-ху! Так, мы преследуем ее на механике. Что вы тут гоняете-то уже? Приспособились, что ли? Конечно, изучили трассу, все можно.
хочется, знаешь ли. Это была механика. О, как красиво-то она. А ты рискнуть не хочешь так? Я решила объехать. О, вот в этой луже можно будет что искупаться. Нет, 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 нет. Так это же УАЗик, это нормально. Ты забыла, что ты едешь на УАЗике, что ли? Ну, конечно, на третьей скорости. На какой там. Здесь-то можешь здесь застрять. Даже здесь застревают. Что за фигня? Потому что резина такая, понимаешь? Резина. Резина. Так ты на заднем приводе едешь, только, конечно. А что, полный надо включить? Ну, я не знаю, Катя, наверное, все еще на полном гоняет. Вон крузак там за нами. Это... Пристает к нам. Блин, держаться надо. Ты вообще пристегнулся? Сейчас, сейчас, я занят. Опачки. Мангал готов. Блин, я боюсь перевернуться. Это единственное, что я вообще. Я думаю, это не страшно. Не так страшно, как эти кочки. Да. Да. Только вчера пришла смс от МЧС, что начался сезон пожароопасный. Нельзя разжигать мангалы, ездить в лес. Давай, Катя, быстрее. Нифига ты, жестко как. Ну что, нормально же? Нормально, это же УАЗик. Нет, ни капельки даже. Запахло только, чувствуешь? Ну я немножко пуканул тут. Сиденье потом почистить придется. Ну что, как вам такие сладкие моменты? Понравились? Пишите, комментируйте, задавайте вопросы, а я поехал монтировать. Пока-пока. Давайте, давайте, давайте. Сама себя спасла, нет? Блин, ну давай.